Здравствуйте, подписчики канала Дневник Рыболова. Сегодня хочу такой коротенький ролик снять о прикормочном кораблике. Я снимал зимой ролик, когда его приобрел. Ну, так, характеристики кое-какие о нем показывал. Вот, ну, подписчики пишут, почему нет продолжения, как бы обещал, как-то на водоемах будем пользоваться им. Вот, ну, что могу сказать. Игрушка неплохая. Привет. Вот. Для взрослых, можно так сказать. Но звезда Ютуба. Так, все. Иди, гуляй. Вот. Он прославился. Мой пес. Так, вот. Игрушка неплохая. Завозит все четко, но что хочу сказать, что характерно. Не обязательно упираться в эту модель, я ее не рекламирую, можно подобрать другие кораблики. Мне просто эта модель понравилась, как бы он еще немножко грязный. Я его как раз собрался чистить, мы только после рыбалки, весь в каше. Ну, сейчас я нарезку покажу с роликов, как мы там закармливаем, какой корм нам он возит. Вот, интересная вещь. Ну, еще раз говорю, можно... У нас производителей много, кто их делает. Конкретно упираться в нее не надо, в эту модель. Вот, я ее выбрал, потому что она как бы понравилась мне внешне. Она как бы и небольшая, и не маленькая. Вот. Ну, работает безотказно. Если вы ролики смотрели там мои про рыбалку, мы как бы пользуемся регулярно этим кораблем. Ни разу он меня не подвел. Вот. Ну, как-то так, можно сказать. Но ничего не могу добавить. Работает кораблик. Ну, посмотрите ролик, я его пока помою. Thank you.
помыл, он мне теперь опять как новенький. Вот, ну, как вы видели в ролике, он выполняет те функции, на которые я и рассчитывал, что он должен делать. Завозить оснастки, прикармливать места. Вот обратите внимание в ангар. Вот почему хочу именно сюда внимание обратить ваше. Царапин нет. Хотя завозим крючки, пружины, прикормки, ну, благодаря карбоновой пленке. По конкретно этой модели претензий нет. Она работает. Вот, но не стоит на ней заморачиваться. То есть в интернете большой ассортимент корабликов. Выбирайте более-менее, который вам больше нравится и по цене, и по качеству. Вот. Мне он подошел только лишь потому, что он как бы он не очень большой и не маленький. Средние размеры. Поэтому это самое удобное в транспортировке. Вот, друзья. Поэтому я такой коротенький ролик снял, потому что подписчики просят, где продолжение как бы ролика. Ну, в принципе, по большому счету снимать нечего. Он работает. Работает и работает. Я не рекламирую этот корабль, сразу говорю. Вы можете выбирать любой другой. Вот, есть еще масса хороших кораблей. И модели очень интересные. Вот. Я не рекламирую, так как вы знаете, я ни в каких роликах своих вообще не использую никакой рекламы. Поэтому, друзья, спасибо за то, что подписались на канал. Кто не подписан, можете сделать это прямо сейчас. И ждем новых роликов. Все, пока, друзья. До свидания. Сейчас попрорвем.